И еще одна новость на тему коронавируса, которую жарко обсуждают сегодня родители Пермского края. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Прикамья Владислав Семеряков в эфире «Эхо Перми» заявил, что в Прикамье непривитых от ковида школьников могут перевести на дистант. Где будет учиться ребенок, зависит от решения родителей. Также Семеряков отметил, что прививка для школьников является добровольной и будет ставиться только при наличии письменного согласия родителей. Однако невакцинированным детям предложат дистанционно формат обучения. Родители должны все взвесить, либо ребенок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование, либо он изолируется на дому, заявил Владислав Семеряков.